совершенно прав. Это совершенно необычная школа для совершенно необычных детей. В этой школе учатся и деревянные человечки типа тебя, и пластмассовые куклы, и плюшевые, и даже те, у кого в голове солома. Но все они в конечном итоге становятся выпускниками этой школы. Вот даже Китик становится выпускником этой школы. Но у нас есть два вида выпускников. Одни превращаются в нормальных человечков, а другие превращаются в настоящих осликов. И как? А это как? Как? Я тебе сейчас покажу. Китик, пожалуйста, сними свою шапочку. Ой-ой-ой! Что это? Уши. Китик готовится у нас к выпускному классу. Я не хочу становиться осликом. Я хочу стать настоящим человеком. Настоящим человеком? Иди, что будет? До встречи, Чур. Может, ты посмотри, что у тебя сзади? Где? Что там? Что там у тебя? Диплома, Буратино сам устроился в школу преподавателем и руководителем школьного театрального кружка. Он пригласил своих друзей Арлекина и Пьеро учиться в класс к Мальвине и играть для школьного театра. Пьеро был безумно счастлив играть для своей любимой. Работая в школе, Буратино заработал деньги для своего папы Карлоса и купил ему новую куртку и ботинки. На джакузи PlayStation 3 денег не хватило, но на эти глупости все равно не хватало времени. Буратино не стал крут, но стал всеми любим. И даже хулиган Фити, лиса Алиса и кот Базилио, хоть и не стали послушными сами и отпускали язвительные шутки, но не могли ничего плохого сказать о Буратино. И Буратино всегда они его уважали. Ведь он стал всегда отвечал добро и никогда не отказывался угостить их чаем и печеньем. А в зале школьного театра никогда не было свободных мест. Он стал так любимым и популярен у публики, что даже сам Карабас-Барабас бросил свое шоу и устроился в школьный театр суфлером. Школа стала выпускать все больше и больше мальчиков, и все меньше и меньше осликов.
А я с удовольствием могу сказать, что стал ее лучшим другом. Я выглядел за ночью сам. Там уже верить или сам. Это мне помог один веселый паренек. Ребята, не спокойно, но сходите, как его зовут. Если у меня теперь сынок, к нему не буду очень строг. Он из полена вдруг возник большой и юный азарт. Не ходи, как он посуду, чтоб ребята, как его зовут. Огромное спасибо зрителям и огромное спасибо актерам, с чьей помощью получилось сделать такой замечательный спектакль. И особо хочу отметить мистера Джека, который предоставил нам помещение для того, чтобы мы могли все это сделать. А также Марину Кэмпбелл, которая сделала прекрасную декорацию, без которой не было бы такого спектакля. Чай и угощаться. Кто хочет фотографироваться, подойдите сюда. Привет! Я из Беларуси, меня зовут Юля. Спектакль очень классный, нам очень понравилось. Особенно девочкам. Они так почувствовались и прониклись. Я сейчас танцую. Спасибо. Вот здесь есть папы. Папы, ваши впечатления? Пап, засмущали? Спектакль идеальный, особенно смешение современности с классикой Буратино. Это было вообще что-то. Так держать, и вам творческое вдохновение нам вообще на будущий спектакль. Здорово. Замечательно, присоединяюсь к его словам. Как удался, абсолютно просто. Очень интересно.